На прошлой неделе эта фотография облетела социальные сети. Барнаульские пешеходы пожаловались на тротуарных парковщиков. Так, в районе Докучаева пешеходы не могли безопасно пройти к своим домам. Наглецы устроили парковку на тротуаре Юрина 299А. Люди вынуждены ходить между авто и боятся отъезжающих водителей. Когда уже в городе будет порядок с этими парковками? Все заставили и уничтожили. Все газоны и клумбы. Где контроль? После огласки в социальных сетях машины с тротуара испарились, однако следы преступления, следы от шин, сохранились. Автоинспекторы также выезжали на место. От нарушителей остались только отпечатки. Машин много, парковок в городе катастрофически не хватает. Водители нарушают правила парковки и бросают своих ласточек прямо на тротуаре. А ведь за это грозит серьезное наказание. За нарушение правил парковки на тротуаре по статье 12.19, часть 3, налагается административный штраф 1000 рублей и эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку. Чтобы пешеходам было комфортно и безопасно ходить, а водителям было где парковаться, застройщикам нужно обустроить подземные парковки. А предпринимателям вкладываться в гаражные кооперативы, поясняют архитекторы и добавляют. Это лишь часть мер, необходим комплексный подход. Можно, наверное, предусмотреть какой-то комплекс мер, когда, скажем, в загруженном центре города предусмотреть какие-то здания общественные с большими парковками. Вот, допустим, построили Галактику, да, большая парковка, которая пользуется огромным спросом и не только у посетителей Галактики, а у, скажем, работников прилежащих районов. Но появятся ли новые парковочные зоны, пока неизвестно, а дефицит стоянок сегодня стоит ребром. Поэтому выход из ситуации на грани фантастики – ставить машину на прикол. Тогда ни штрафов за неправильную парковку, ни недовольных пешеходов. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.